Вот они, красавчики, дорогие, любименькие. Есть поближе здесь. Орешек, гороховую кашу сварил, приготовил. Я покушал и чуть-чуть оставил нашим друзьям. Привет, сейчас посмотрим, как они отреагируют. Идите сюда, хорошенькие. Ай, какие хорошенькие. Я покормил, правда, птиц пока шел. Думал, не увижу, может. Сейчас посмотрим, да, реакцию. Идите сюда, хорошенькие. Я не хочу в воду бросать. Сейчас посмотрим, как они кашку покушают, не покушают. Чуть-чуть, я для пробы. Еще гороха у меня много там, который уже так подпортился. Сейчас хорошенькие такие. Прохладно. Вчера были далеко от берега, на том берегу. Потом улетели от лодочников, от катеров тут, которые курсировали туда-сюда. Но сейчас я чуть-чуть в сторону. Интересно, как они покушают. Гули-гули-гули. Привет, Горишка. К вам пришел. Вот я покушать принес. Но сейчас я подкину туда воду, может. Они, может, не знают, что это. Давайте сейчас я вот так возьму. Вот так вот. Раз. Оно. О. Кушает. Кушает, да? Идите сюда. Покушайте еще здесь. Вот. Покушайте. Дорогие, а? Ну я отойду еще подальше. Давайте. Сейчас посмотрим, как. Может, сильно близко не хотят подходить. Вот-вот-вот-вот, давай-давай-давай, тянись, тянись. А красиво летает вчера. Так прямо они, как крылья, размахнули на пол озера. Красавцы. Так-так, посмотрим, самочка тянется, да, мамуленька? Ай. Вот, горошек. Если пойдет, у меня целый пакет. Ну и что? Нажаль. Ну рыбки, сомики-то скушают. Сейчас я еще подкину тогда. Ай, красотули какие. Как они это любят переворачиваться вот так, буль, поплывком. И лапками так дрык-дрык-дрык. Ну а что? Неужели горошек не пошел? Я сварил, вроде как классно. Но это прелесть. Сейчас можно, я фотки даже можно здесь сделать. О! О, я фотки поделал тоже. Класс. И голова, глаза там снизу. Давайте, может, я подкину все-таки вам.